90% личного состава этого подразделения – местные жители, все донбасские. Говорят, им есть что защищать – свои дома и семьи. Семья, у меня дочь. Я хочу, чтобы она спокойно ходила в школу, нормально училась, без всяких этих взрывов, ночью не просыпалась от каждого шороха или взрыва. Я сам Миловайский, а живу в Макеевке. Здесь много людей сейчас приезжают, которые сидели до этого, смотрели телевизор, а сейчас вот едут. Бойцы и офицеры армии ДНР с юмором относятся к заявлениям украинской пропаганды, что тут воюют наемники и иностранные войска, и показывают свои паспорта с трезубцем. Ирина Куксенкова, Олег Сокольчук, Владислав Редолин и Александр Пушин. Вести. Донецкая Народная Республика.